Привет, это Настя. Над ней постоянно шутят и издеваются одноклассники. Да, она самая обыкновенная серая мышка, которую никто не замечает. Но однажды ей повезло, она посмотрела это видео и стала самой классной девчонкой в школе. Хочешь так же? Тогда погнали. Если ты засиделась за сериалами до ночи, как это обычно бывает, и на утро тебе нужно выглядеть конфеткой, то лови классный лайфхак, как быстро привести себя в порядок. Для этого положи свое маленькое полотенце в любую емкость и залей водой. Затем поставь его с вечера в холодильник и иди занимайся своими делами. На утро достань его, хорошенько выжми. И приложи к лицу на несколько минут. Это снимет все отеки и следы усталости, и ты снова круто выглядишь. А еще, кстати, поможет быстрее проснуться. А чтобы стеклянная бутылка с духами не разбилась в твоем рюкзаке, просто возьми пустую упаковку от антисептика. Открути ее и напшикай туда столько духов, сколько тебе нужно. И после этого положи упаковку в свой школьный пенал, чтобы она всегда была под рукой. Так ты в любой момент на уроке сможешь обновить свой парфюм и всегда классно пахнуть. Используй аксессуары. Например, как мне кажется, школьную форму неплохо разбавляют цепочки. Купи несколько разных и экспериментируй со своими образами. Их можно носить как под рубашки, так и под футболки и гольфики. Вот вам даже для сравнения, как школьная одежда выглядит с аксессуарами и без. А если у тебя обычный неприметный рюкзак, то на него можно нацепить помпон. Они сейчас продаются реально на каждом шагу. И из скучного портфеля делают очень даже красивый. Если у тебя в самый неподходящий момент, когда нужно выступать перед всем классом, выскочил огромный прыщ, то лови способ, как от него избавиться. Для этого возьми эфирное масло чайного дерева. Мне кажется, лучше, чем оно, ничего не справится с прыщиками. Немного капни его на ватную палочку и точечно нанеси на прыщик. Поверь, за ночь от него не останется и следа. Кстати, я прекрасно знаю, что вы любите открывать для себя новые прикольные каналы. Так вот, хочу вам рассказать про своих друзей Блайми. Это классный YouTube-канал про пранки, лайфхаки, челленджи и разные крутейшие поделки своими руками. И так как сейчас началась учеба, ребята вовсю снимают забавные скетчи про учеников и учителей. Лайфхаки, куда спрятать шпаргалки и как пранкануть своих друзей. Так что, если вдруг вам показалось, что лето закончилось и начинается скучная жизнь, просто подписывайтесь и смотрите все эти веселые видосы. А еще у нас сейчас проходит совместный конкурс с Блайми. Так что читайте условия в описании под этим видео и участвуйте. Призы вас точно порадуют. Если вам запрещают краситься в школу, но тебе вот вообще не нравится твой внешний вид, то сейчас покажу, как беспалевно накраситься. Начнем с синяков под глазами. Возьми консилер и совсем слегка нанеси его под глаза. И пальчиками растушуй. Это уже сделает вид немного лучше. Потом гель для бровей. Просто ложим свои бровки вверх. Это сделает взгляд более открытым и уверенным. А теперь губы. Возьми помаду именно красного цвета. Набери ее слегка пальчиком и похлопывающими движениями нанеси на губки. Так получится еле заметный оттенок, но лицо сразу станет выразительнее. Ну и под самый конец советую слегка воспользоваться румянами. Они добавят лицу свежести. Вот и все. Лицо стало лучше, но никто не скажет, что ты накрасилась. Если ты иногда на уроке чувствуешь неприятный запах изо рта, то не спеши паниковать. Я знаю, как можно выкрутиться. Просто запасись спреем, который освежает дыхание. Его можно купить в любом супермаркете или аптеке. И сразу после покупки положи его в свой пенал. И в любой момент, если нужно, ты сможешь беспалевно освежить свое дыхание даже на уроке. Девчонки, мой совет – никогда не ходите в школу с грязной головой. Честно, я себя буду чувствовать уверенной, только если у меня будут чистые волосы. В другом случае, я себя считаю просто самым некрасивым человеком на свете. Поэтому, если вам было лень вечером мыть голову, воспользуйтесь утром сухим шампунем. Им на самом деле очень легко пользоваться. Просто наносите его на корни волос и пальчиками втираете, как бы массажируя голову. И если нужно, остатки убрать полотенцем. Вот и все. Минута времени, но зато целый день ты будешь красоткой. Не знаю, как у вас, а у меня после физкультуры всегда волосы выглядели именно так. Поэтому советую сделать хорошую привычку и складывать свою расческу в школьный рюкзак, чтобы в любой момент она была под рукой и можно было привести волосы в порядок. Ведь это так просто, но добавляет любой девушке ухоженный вид. Так что да, не забывайте следить за этим.
И на этом все. Так что не забывай про свой пальчик вверх и, конечно же, подписывайся на мой канал. А еще я вас буду ждать в своем инстаграме. Я здесь читаю все-все ваши сообщения, лайкаю ваши профили и просто выставляю прикольные фоточки. Так что добро пожаловать в нашу семью. И помните, я вас безумно люблю.